Музыканты в этом мире не отражают никого, кроме самих себя. Они все ужасные эгоисты. Мы хотим сменить репертуар. Ты вышла замуж? И я, и моя виолончель оказались никому не нужны. Я не пошутила. Ну вот ваш храм. Его очень легко можно разрушить. А вы попробуйте уничтожить музыку. Правда, я потеряла свою виолончель. Даруй нам, Господи, любви, мира нашим ближним. Я не верю в рай. А вам какой больше нравится? Вот это розовое или колокольчик?